дни проведения Кубка губернатора в Нижнем Новгороде стоит аномальная жара, поэтому сегодняшний дождь оказался как нельзя кстати. Свежести на улице не хватало, и даже небольшая прогулка от гостиницы к стадиону превращалась в непростое испытание. Оттого прошедший ливень добавил всем юлаевцам положительных эмоций перед игрой с автомобилистом. Впрочем, радостных моментов и так хватало, ведь на таких турнирах все игроки не только налаживают командные взаимодействия, но и в неформальной обстановке общаются со своими друзьями-хоккеистами из других команд. Перед матчем было заметно, что многие хоккеисты общаются с игроками других команд. Наверное, вот на таких турнирах как раз и важно увидеться, пообщаться со своими друзьями старыми тоже. В любом случае, конечно, с кем-то видишься, общаешься, не без этого, нормально. Сама игра получилась предельно напряженной и в какой-то мере даже нервной. На протяжении всех 60 минут основного времени матча юлаевцы и автомобилисты безуспешно штурмовали ворота друг друга. Моментов обе команды создали прилично, а самое главное, что бросалось в глаза – огромное количество удалений. Ну, летний хоккей где-то кто-то не успевает, где-то кого-то цепляет, с этим связано. Как говаривал герой Леонида Куравлева в одном из советских фильмов, была бы цель, а средства всегда найдутся. Юлаевцы весь матч играли старательно и получили свой шанс на большинство в овертайме. Блистательная комбинация, бросок Кокарева в одно касание, и вот уже Денис в объятиях партнеров, которые празднуют третью победу на турнире. Такая была игра непростая. Автомобилист сегодня хорошо двигался. Первый период не очень, мы, конечно, начали. Второй чуть-чуть лучше, конечно, у нас получился. Вот. Но в целом такая ровная была игра. Хорошо то, что выиграли, но много еще чем надо работать. В рамках Кубка губернатора Нижегородской области юлаевцам осталось провести еще один матч. В понедельник, 7 августа, наши хоккеисты завершат турнир игрой с новокузнецким «Металлургом». Эдуард Хизбуллин, Константин Данилов, хоккейный клуб «Салават Юлаев».